Это проект «Место происшествия» на Первом городском телеканале в Кирове, и мы продолжаем эфир. Пытался оплатить бутылку водки с помощью автомобильного ключа водитель Mitsubishi Pajero на улице Воровского. Именно так очевидцы поняли, что мужчина под шофе и, скорее всего, сядет за руль. Информацию они тут же передали по номеру горячей линии ночного патруля. Кадры задержания смотрите в сюжете. Очевидцы сообщили активистам ночного патруля о том, что на улице Воровского пьяный водитель Mitsubishi Pajero купил водки и с пассажиром собирается куда-то ехать. По словам звонящего, мужчина неуверенно пришел к машине и также неуверенно поехал. Вскоре внедорожник настигли сотрудники ДПС. Момент остановки авто ошарашенный пассажир снял на камеру телефона. Машину начали останавливать на улице Производственной, но водитель подчиняться требованию полицейского не спешил. Он свернул на Солнечную и помчался дальше. Опасения очевидцев подтвердились, от водителя пахло спиртным. Тест на алкоголь показал превышение нормы почти в 6 раз. Водитель нарушил пункт 2.7 правил дорожного движения. За данное нарушение на водителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Если вы заметили пьяного водителя, информацию можно сообщить по номеру горячей линии ночного патруля 45 50 02. Сергей Пичугин, место происшествия.